Якутяне завоевали золотые медали на Кубке мира по кикбоксингу в Италии. На ринг вышли более 2000 спортсменов из разных уголков мира. Хороший бой показали бойцы из Беларуси, Украины, Италии, Франции, Сербии. Достойно выступили и спортсмены из Якутии. Нергуяна Егорова продолжит. Золотыми медалями отметились сразу два спортсмена – Вадим Колтовской и Виталий Филиппов. Чемпион мира среди студентов Вадим Колтовской, впоследствии чего стал четырехкратным обладателем Кубка мира. До этого одерживал победы в Венгрии и Анапе. А Виталий приятно удивил главного тренера республики Андрея Алексеева. Подошел в отличной форме и боролся как никогда, отметил он. В первом бою боксировал с французом, а в полуфинале встретился с итальянцем. И в финале тоже боксировал с итальянцем. А после первого раунда мой соперник отказался со мной выходить на ринг. Не знаю, по какой причине. Ну, скорее всего, от пропущенных ударов. В первом бою боксировал с грузинским боксером. А второй бой был с поляком. Оба боя выиграл явным преимуществом. А третий бой был с французом. Во втором раунде остановил бой. А действующий чемпион России Николай Винокуров занял третье место. В мае после чемпионата страны он должен был отдохнуть и подойти в оптимальной форме к чемпионату мира в октябре. Но Федерация кикбоксинга России внезапно вызвала Николая. И спортсмену пришлось ехать на Кубок мира не до конца подготовленным. Я даже не почувствовал весь бой. Не устал, можно сказать. Что-то не хватало, Наверное, волнение и тот спад сказался на моем физическом состоянии. На таком престижном большом соревновании в двух весовых категориях заняли первые места. Вот, поэтому я считаю, на отлично работу выступления наших спортсменов. Еще одну медаль серебряного отлива среди юниоров получил Армен Фероян. Далее спортсмены с 1 июля приступят к сборам в Челябинске. Николай Винокуров, Вадим Колтовской и Денис Андреев будут рассматриваться претендентами для участия на чемпионате мира, который пройдет в этом году в Венгрии. Нергуяна Егорова, Гаврил Дьячков, НВК СХ, Якутск.